А как вы считаете, если ярмарка вакансий будет проходить онлайн, насколько это будет удобно для вас? Ну, намного удобнее все-таки найти время свободное. То есть, ну, можно где-то с учебы зайти и просмотреть все. Было бы, наверное, проще, потому что как бы организационно это все, это вот прийти, допустим, это какое-то время нужно все собрать. А онлайн, наверное, было бы проще, легче, быстрее. Я думаю, это прекрасно, если есть возможность у людей участвовать в ней. Ну, насколько я понимаю, это удобнее. Почему? Потому что можно листать. Ну, я думаю, уже есть что-то такого, сайты, якобы зарплата.ру. Думаю, это бессмысленно. Ну, у меня сейчас ситуация такая, я и тут не могу найти, ни через ярмарку, не смогу. У меня справка «Легкий труд», и нигде не дают «Легкий труд» продавцам. А если бы через онлайн вы могли найти? Хотелось бы. Двое детей, я одна. Тяжеловато. Вакансия не интересует, я трудоустроенный. Желания в этом участвовать нет? Я думаю, это будет полезно для людей, которые ищут работу. А вы? Я пока учусь. Да совсем неудобно, наверное. Почему? Ну, надо вот как-то какую-то вещь берешь, если надо пощупать ее. А онлайн, ну как? Это как целоваться через зеркало, через стеколку. Ну, мне кажется, больше народа будет задействовано все-таки в этой ярмарке. Мне кажется, навряд ли. Вживую поинтереснее всегда. Тем, кто, наверное, вот немножко ленив, да, и не любит куда-то выдвигаться, и, ну, и много людей какой-то, тем, наверное, да. Может быть, удобной, не знаю. Ну, тут от человека зависит. Возможно, даже вполне удобно, потому что я всегда на связи онлайн.